Когда случается такое, что ваше любимое ювелирное украшение становится еще и талисманом? Когда вы выбираете особое украшение, украшение с символикой, со знаками, в данном случае со знаком зодиака. Цена на супер ювелирную новинку 999 рублей за подвеску знак зодиака. Это украшение непростое. Мало того, что его невозможно отличить от золотого, посмотрите на дизайн, это фантастика. Какое сложное, какое фантазийное оформление. Ведь, казалось бы, знаки зодиака. Мы все уже видели кулоны со знаками зодиака. Но видели ли вы что-нибудь подобное? Ну, во-первых, фантастическая форма. Такой объем ей придан за счет того, что нижняя часть у нас объемная. Посмотрите, кажется, что здесь очень-очень много металла. Далее. Великолепная двойная форма, двойная рамка. Вы видите, что у нас каждая часть подвижна. Посмотрите, каждая часть будет блестеть по-своему, двигаться, когда вы будете носить. Так что в процессе носки это украшение раскрывается заново. Далее. Чудесный рант из фианитов. Это все ручная закрепка. Фианиты крупные, яркие, идеально отполированные, великолепные огранки, неотличимые от бриллиантов. И, наконец, мой любимый момент. Это танцующий фианит. В каждой подвеске, в ушке, заметили? Наверное, даже сразу не обратили внимания. И что самое главное, в нижней части используется фианитовая вставка. И как раз-таки вот эта вот вставка в нижней части подвижна, активна, танцующий фианит, который будет буквально играть, танцевать, двигаться на вашей шее в зоне декольте. И Елена и я демонстрируем вам подвеску знак зодиака в сочетании с цепью романс. Я сразу рекомендую приобретать гарнитур. Идеальное сочетание, великолепная ювелирная двойка. Ну что ж, позвольте мне подробнее вам рассказать об этой подвеске. Давайте детально его рассмотрим. Он точно заслуживает нашего с вами внимания. Еще раз, обо всех фианитиках, обо всех инкрустациях, которые вы не заметили сразу, с первого взгляда. Фианит вот тут, во второй рамке, вы видите, у нас идет как будто бы по окладу, по рамке этой картинки. Фианит в зоне ушка, посмотрите, именно так инкрустируют бриллианты. И, наконец, танцующий фианит в нижней части. А я готова вам прямо сейчас, внимание, доказать, что это действительно танцующий фианит, что он подвижен. Внимательно смотрите. Вы только обратите, пожалуйста, внимание. Вот он, живое, живое сцепление. Тут все части подвижны. Вы видите, вот эта рамка внешняя из золоченого серебра подвижна. Внутренняя картина с самим знаком зодиака подвижна. И, конечно, сам фианитик. Но меня это просто приводит в полный восторг. Я, как и большинство женщин, люблю такие детализированные ювелирные изделия. И здесь, знаете, каждый элемент воодушевляет, вдохновляет, очаровывает. Милые дамы, будьте очаровательны этой весной. Выбирайте такие экстраординарные, оригинальные украшения. Будьте эффектны, яркой. Это не просто украшение, это ваш талисман, это ваш амулет. Это так называемое индивидуализированное ювелирное изделие, потому что на нем изображен именно ваш знак зодиака. Это абсолютно беспроигрышный вариант подарка. Вы угодите любой женщине, вам достаточно просто знать ее дату рождения. Вы даже больше ничего можете о ней не знать, вы точно ей угодите. Почему? Да потому что эту подвеску отличить от золотой невозможно. Эту подвеску невозможно отличить от подвески с бриллиантами. А все девушки любят бриллианты, потому что это наши, как известно, лучшие драгоценные друзья. Если вам эта подвеска понравилась, но вы по каким-то неведомым мне причинам решили подумать еще, посомневаться, не знаю по поводу чего, и заказать потом, будьте готовы к тому, что потом именно вашего знака, того знака, который вы выбрали, уже может не быть. Итак, еще раз, это тройное ювелирное изделие, в котором каждая часть подвижна, в котором используется танцующий фианит,
фианиты по вот этой вот рамке, собственно, с изображением знака зодиака, фианит в центральной, во фронтальной части ушка. Обратите внимание, что здесь идет сочетание идеально отполированных глянцевых поверхностей и техники зерния, которая придает объем. Сама фигура знака зодиака также имеет у нас объем, она выпуклая, и посмотрите, какое широкое ушко. При всей его внешней изящности, элегантности, оно очень широкое, сюда подойдет любая цепочка, но а наша цепь романс сюда подходит просто идеально. Причем именно такая форма цепочки делает данное украшение еще очень комфортным, оно не будет переворачиваться у вас на теле, и вместе с цепью романс смотрится как колье. Итак, подвеска знак зодиака, наша блистательная ювелирная премьера. Оригинальный, эффектный дизайн, которого нет ни у кого, которым вы поразите всех, даже самых искушенных модниц. И чудесное украшение со смыслом, украшение-талисман, ваш личный ювелирный амулет, индивидуализированное ювелирное изделие, потому что это для вас, это про вас, это как будто бы создавали, думая именно о вас, милая дама. Заметьте, как наша прекрасная Елена сочетает подвеску знак зодиака не только с цепью романс, но и с гарнитуром королева Маргарет. Готовый ювелирный образ. Очень комфортный размер у этого ювелирного изделия. 3 сантиметра. Фантастика. Удобно носить каждый день, не снимая. С каждым нашим ювелирным изделием приезжает, безусловно, паспорт. Давайте посмотрим на спинку украшения. Делаю я это с той целью, чтобы показать вам, как здесь все оформлено. И вот эта придумочка, вот это вот, ну, знаете, это просто последний, самый высокий аргумент в том, чтобы сделать такое приобретение. Вы видите, что на обратной стороне у нас изображено, собственно, само созвездие, как оно выглядит, как оно располагается на небосклоне. Вот такая вот маленькая деталь, маленькая, как это сейчас можно говорить, фишечка. Но посмотрите, какой она придает сразу вес украшению. Только дорогие ювелирные изделия имеют такие детальные изображения на реверсе. Конечно же, мы видим, что на ушке у нас есть проба, именик производителя. Это ювелирное изделие, в котором сразу, кстати, два драгоценных металла, серебро, покрытое золотом. И это украшение приезжает со своим личным документом, с паспортом. И надеюсь, что к вам оно приедет еще и с цепью романс, ведь вы ее закажете прямо сейчас. Это спецпредложение от канала Shop & Show, в частности, от рубрики «Украшения». Внимание! На нашей модели потрясающий образ, который состоит из подвески знак зодиака, из цепочки романс и гарнитура королева Маргарет. Сегодня этот образ обойдется вам 3097 рублей. Я произношу эту сумму, честно, сама получаю огромное удовольствие. Я рада за вас, милые дамы. Вы сегодня пополните, обновите свой ювелирный гардероб абсолютно без ущерба вашему бюджету.